Иногда, может быть, даже там наклонять, поворачивать, когда быть настоящим этим оператором. Да? Давай. Сюда, заходите, пожалуйста. Урок жонглирования булыжниками для человека из Свердловска. В рамках фестиваля «День открытых библиотек» в Петербурге. Давно я не давил кишки наружу, давно кишки наружу не давил. И тут недавно, я совсем недавно обнаружил, что я давно наружу не давил. А вот бывало, выдавлю наружу, никто из наших так наружу не давил. И я тогда один за всех давил наружу, за всех наружу я тогда один давил. Я иногда еще давлю наружу, но это сейчас совсем не как тогда. Совсем не так мне давится наружу, давить как раньше я не буду никогда. Ну почти, молодец. Всем мужчинам, которые любят читать Борхеса, Маркеса, Пастанеду, Левина, учитесь жонглировать булыжниками. Всем. Так. Сейчас, секунду, пожалуйста. Это Аркадий, Геннадий и Володя. Веселые петроградские булыжники для брутального жонглирования. Аркадий, Геннадий и Володя. И сейчас Володя лучше всех понимает жизнь. И, соответственно, поэтому он всегда... Он лучше всех понимает жизнь, и он понимает, что в жизни есть не только радостные моменты, но еще и плохие. Но их мало, потому что он самый маленький. Вот он самый маленький. И если вы сейчас... И да, и вот сейчас вот, вам понравилось то, что вы увидели? Вы хотите, чтобы люди в Нью-Йорке увидели это? Да. И Роман Абрамович, вот, который купил дом себе за 75 миллионов фунтов, вот, увидел вот этот вот урок жонглирования булыжниками. И чтобы вот эти булыжники украсили его дом, потому что он же сейчас пустой, голый, там ничего нет, одни голые стены, 75 миллионов долларов потрачено, надо чем-то украсить. Надо? Ну, если вам понравилось, вы можете сделать добровольный взнос в коробку на билет на Нью-Йорк, вот для меня и для моего специально обычного мальчика, который все это снимет и привезет сюда. Ну, кто скажет, что это девочка? Бросит его Аркадия. Вот. И вы получите уникальный сувенир. Можно мало, можно. И вы получите уникальный сувенир от Аркадия, Геннадия или Володи. От кого хотите на выбор. Это вот сувенир от веселых петроградских булыжников. Если вы сделаете вот взнос на билет до Нью-Йорка. Булыжникам. Неважно, сколько... Кто-нибудь сделает большой взнос, рано или поздно, я в это верю. Если вы хотите. Знаю, кто вам взнос выгодит. Короче, смотрите. $2 купюра. О, это то, что нужно в Нью-Йорке. Нет. Не тратить. $2 это на счастье, да. Поэтому не трать их. Да, да. Храните кошельки. Кому вы их дарите? Всем, конечно. Всем. Не самому грустному чуваку. Самому грустному. Грусти. И вот вам вся моя мелочь, которая у меня есть. Положите. От кого вы хотите получить сувенир? Не знаю. От Аркадия, Геннадий или Володя? От Аркадия, можно? От Аркадия. Аркадий дарит, как вас зовут? Настя. Настя из, откуда вы? Из Саратова, Настя. Настя из Саратова. А, вот сувенир, счастливая монетка. Если будет у вас какой-то вопрос, то вот задавайте его и получите правильно, и получите вот утверждение. Да, да? Вот. Это очень хорошая монетка. Если вы хотите получить сувенир, тоже вот можете присоединиться. Все, чуваки, удачи вам. Жалко. Я просто реально одна мелочь. Ну, 2 бакса, правда. Для вас тогда еще дополнительный бонус-урок. А, еще бонус-урок? Давай. Люблю глаза твои, мой друг, сыграю их сказочно-чудесные. Когда их приподнимешь, друг, ты словно молнии небесные, окинешь быстро целый круг. Но есть сильнее очарование. Глаза потупленные.
мгновение ниц, минуты страстного лобзания, и сквозь опущенных ресниц мой тусклый огонь желания. $1, но он турецкий. Это замечательно. Кому вы его дарите? Так, я его дарю ему Володе. Володе, чтобы он не грустил. Да. Отлично. Тогда от кого хотите получить сувенир на память? Везде написано на всяких афишах, типа «Жонглирование булыжниками». Я думаю, что люди просто прикалываются. Но это, видите, реально существующая вещь. Круто. Если у вас будет какой-то сложный вопрос, надо ставить на видео. Ставьте правильно, и у вас будет правильный ответ. Если хотите. И сейчас скажите, вам понравилось? Мне очень понравилось, мне подарили сувенир. Все учитесь жонглировать булыжниками, это очень мужественно. Видео вы можете взять себе на память. Спасибо. Вот здесь. Спасибо. Держите. Ну просто the best. Всем улыбаться и жонглировать. Ну что, надо света. Лайк поставить сюда. Супер, вообще отлично, Света. Просто супер. Просто я сегодня...